21 февраля отмечается День родного языка. Библиотека города Краснознаменска предлагает принять вам участие в марафоне «Скажи здравствуй» на родном языке. И я говорю вам «Здравствуй!» А на украинском языке с вами поздоровается так. Добрый день! Здравствуйте! Здоровеньки були! А в республике Коми «Здравствуйте» звучит «Віджа Олан». А на казахском «Здравствуйте» звучит так. Селемет сизбе. На латышском языке «Здравствуйте» звучит как «Лавден» или «Свейки». А на литовском «Лабадена».